Что? Кем вы себя считаете? Хорошей актрисой или хорошей певицей? Во-первых, я никогда себя не называла певицей. Я называю себя исполнительницей. Исполнительницей популярной музыки, поскольку я не беру 4 октавы. Певицей я назову Ларису Долину, наверное, на нашей эстраде, поскольку... Или певицей, вообще музыку, что называется голос, я пойду, наверное, слушать в оперу. А то, что называется эстрада, ну, это, наверное, некое шоу. Это, наверное, некий симбиоз из актерского мастерства, из танцев и, скажем так, пения.